Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаем играть в Mafia 3. Ну так ж, втов. Побежим дальше по нашим делам. Пошумим, постреляем. Ну, в принципе, все как обычно. Тикс. Ага. Французский квартал. Секас. Надеюсь, они этого не увидят. Тик. Во-во-во, полегче. Отлично. Хе-хе. Ну, посмотрим, что там за страсти мордасти. Ой, день, я видишь, я на мусорской тачке еду. Иха! Куда ты прёшь, несчастный? Так, ладно. О, господи. Они обиделись, что я тоже на полицейской тачке еду. Какие обидчивые ребятки. Здорово, парни. Не-не, я ничего не знаю вообще. Я просто здесь так тихо иду. Тихо, мирно пришел бананчик поесть. Так. Ау. Ага, сиништики там внизу, в падике. Так, вот. А это что у нас? Что это за картинка с Слямзем? Чем бы и нет. Так, здесь что ценное, нет? Так, да ладно. Хм. Ух ты! Все, все успокоились. Подумаешь, на мусорской тачке катаюсь. Елов-то. Разве нельзя? Никто не запрещал. Я ее честно отжал. Держи, несчастный. Надеюсь, тебе понравилось. Так, а как тут вход? Где вход у нас? А, отлично. Вот те путеньки. Что тут такое эдакое? Здорово, несчастный. Ну давай, рассказывай. На что жалуешься? Так. Хм. Can't print copies fast enough. You have some whores. You want high-end whores in the French room? You go to Handsome Harry Rubber Show. Lou Marcano's hand-picked man. Красавчик Гарри, нифига себе. Какие страсти мордасти. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your. Понятненько. В общем, все самое грязненькое, да, и прикрыт, непристойное, все у него есть. Интересно, где же я буду бегать, стрелять по всем? По каким-нибудь ангарам со съемками? Хм. Ну ладно. Отлично, наконец-то он закончил заниматься болтологией. Так, ближайшие туда у нас чуковые. Причем? Вау! Ага, это очень интересное задание. Да-да, я просто угоню тачку. Не ссыкуйте, может быть, она и была моей. Правильно, никто же не знает, я просто запрыгнул. Делов-то. Разве я не могу просто так запрыгнуть? Точилку. Рядом, судя по карте, сколько их. Да. Рядом было еще чуть-чуть поближе, конечно. Вариации, да? Всякие разные. Ну, хорошо. Куда ты едешь? Зеркала смотри, ёшки-матрёшки. Я, конечно, что-нибудь похлеще сказал, ну ладно. Не будем ругаться. Так. Угу. Поехали потихонечку, по чуть-чуть. Текс. Все ясно. Держи, несчастный. Вот так вот. Как-то так. Все тихо, мирно зачистил. Даже никого не убил. Обалдеть. Ха. Интересно.
Ну все, валим отсюда тогда. Коли так. Что-то есть, да, ценное. Блин, оббегать, конечно, целиком не очень хочется мне. Посмотрим, что это там. С этой достаточно. Так, куда ты побежал? Однако. Бяка-бука. Кустяшки меня, наверное, не упустят, не. Эти кустяшки меня не упустят. Оп, заход. Кстати, надо здоровье поправить. Раз уж я тут. Никого нет практически, нифига себе. Ну, здрасте. Я немножко баксов похищу у вас. Я... Ну, ладненько. Я думаю, они не сильно обидятся. Но мы такие выходки. Так. Да, баблишка, и заодно... Челюшку надо выбрать. Давай тут колымагу. Экс. Сначала... Скинем деньги. Теперь в машинку. Отлично, давай выходи. Здорово. Так, допросить сутенеров. Все интересно. Конечно таки, поехали. Вроде только как бы недалеко, да? Что я должен быренько все управиться. Ути-пути. Ай. Случайно наехал. С кем не бывает. Печаль, беда, обида. Куда ты едешь? Кошмарики. Так. Отлично. Походу полицейские крышуют. Так, ладно. Здорово. Бросим тачку как-то так. Отлично, там зазорно, да, и парочку здесь, ребят. Так. Никто не заинтересовался, нет? Ну-ка, иди сюда. Ути-пути, это прям подарочек. Сразу дело сделаю, и все, и побежал дальше. Там еще, конечно, баблишка надо обобрать. Обалдеть. Хопочки, иди сюда, мужик. Ути-пути. Он аж испугался, бедняга. Сейчас в штаны наложит. Так. Конечно, скажи. Как же иначе-то? Тыч. Ути-пути. Скривил какую кислую мину. Так. Есть еще кто желающий сюда подойти? Сходи, не стесняйся. Зашибись, никто не хочет туда идти. Что ж вы такие ленивые? Ушлепки. Готово. Осталось вон того несчастного приложить вместе с тем. Ути-пути. Готов. Тикс. Еще наверх поднимемся. А вот это твоя невнимательность, чувак. Сыграл с тобой злую шутку. Что поделать? Нужно было смотреть в оба. Пока они были на месте, да? Теперь уже поздняки метаться. Когда мозги уже метаются у тебя по тротуару. Так просто разбросано. Здорово, мужик. Теперь я на твоей тачке катаюсь. Ты же не против? Я так и знал. Будь поймальчиком. Так, там бандиты встали. Странно, чё это они так просто встали? Хм.
Очень странно. Ну ладно. Тик. 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 Готово. Можно было даже по принципу клик-клик-клик. Вау! Однако. Тик. Вот это да. Куда мы поедем дальше? Так. По пути, наверное, вот так вот мне будет ближе. Учитывая тот факт, что еще меня разыскивают. Подумаешь, слегонца тетеньку задавил. На колесико намотал маляську. С кем не бывает. Так. Ну, вот чуть-чуть осталось. Главное не терять бдительность. Чувак должен протиснуться. Отлично, я это сделал. Иха! Ух. Чуваки, с дороги! Я не умею водить. О, как я резко, дерзко. На глазах у мусоров такие финты кручу. Так. Иди сюда, тихо. Что тихо. Так, сейчас я с этим покончу. Потом тем же разберусь. Ну чё, мужик, давай разберемся с тобой немного. Пока мусоров вызывают. Ну-ка, расскажи-ка мне что-нибудь такое интересненькое, чего я не буду убивать тебя. А ты чё? Ладно, так и быть, я оставлю тебя живым, говнюк. Ух ты, тачка была открыта. Обалдеть. А. Ух ты. Уже едут за мной. Как оперативно действуют, ребятки. Поедатели пончиков. Блин. А полицейский участок? Что, конечно, не вообще не круто. Да беги ты, ты чё как штаны насравший вечно перебегаешься, господи, а? С тобой мусора хвостится, ты еле бегаешь. Шикардос. Здорово, парни. Ничего личного, я просто так мимо бегаю. Блин. Крыся отбегался. Тут без вариантов, надо проходить только через эту. Через централку. Держи, несчастный. Ничего личного, реально, чувак. Просто нужно пройти. Блин, засада-то какая, а? Тачка. Точилочка. Ёшки-матрёшки. Зашибись, точилочку называется взял. Знаю, что там навстречу, но это единственный способ их обмануть. Поехать навстречу и потом попытаться уйти. Господи, что такое интенсивное движение-то сразу? Вы что, специально меня ждали? Все массово уехали на дорогу. Все, нафиг, тачку меняю. Понятия не имею, кто там где ездит, грабит. Вы чё, я ничего не знаю. Я законопослушный гражданин. Тик. Пока хакнем немножечко узлов. Ну вот, другое дело. Хлобысь. Ну, он хоть не отпал, а то обычно всегда отпадывает. О, как. Сек. А, это другой тип. Ладно. Оу.
Я с ним не туда еду. Однако. Так, я как-то... А, да, менять. Ага. Я и думаю, что что-то как-то странно. Гранатку. Иди сюда, оп. А, нефиг спать на работе. Так и умереть можно. Нифига себе. Вот это да. Вот это я удачно зашел. О, господи. Лучше бы я этого не видел. Тихо, мужик. Умри немножечко. Они не в курсе, что я тут буяню? Что ж. Им же хуже. Проснись, тебя убивают. Нет, они любят спать. Крепко. Крепким сном трупа. Держи, несчастный. Вот и все. Еще парочка стала меньше. Так. Веселое заведение, однако. Что там такое валяется? Не пойму. Это хренотень. Тик. Окей, валим отсюда. Всем пофиг, да? Сколько голожопиков на улице. Ути-пути, какой катафалк. Лимузяшка. Так, пойдем. Точнее, поехали. Пару дырок в черепах поделаем. Пару дырочек. Блин, неуклюже немного. Он конечный такие. Ну ладно. Я как-нибудь попробую обуздать его нрав. Так. Опа. Да, вот так, отлично. Надо подумать, как туда лучше зайти. Тем более, что убить надо всего одного парня. Можно и так зайти. Странно. Странные ребята. Тихо-тихо. Просто вас немножечко убью. Куда ты собрался звонить, несчастный? Ты же сейчас умрешь. Ты чё? Наверное, попутал самолёську. Да-да-да. Возможно. Здорово, дружок. О, ё-моё. Так. Готов. Так, теперь надо эти штучки уничтожить. Взломакать. Оу! Пожарку. Давай устроим пожарку. О, да. Отлично. Хорошо горит, а. Нифига, у него снайперка была. В любой момент мог меня убить. Обалдеть. Так, у них тут еще есть, да, запрещенные материалы. Тик. Их тоже подожгем. Почему бы и нет? Вот. Урон бизнесу отлично нанесли. На пятерочку. На добрую пятюньку. Ух ты, сколько денег собрал.
Ну тут, конечно, без всяких сомнений надо передавать бабки. Блин, такую сумму с собой возить, это опасно для здоровья. Заодно пусть такую привезут машинку. Так, готово. Есть. Так, это первый наш подручный. Отлично. Куда дальше поедем? Так. Наверное, сначала перебьем главарей, а там дальше посмотрим. Давай езжай. Разъехаться не могут, блин. Столько места они думают, как повернуть. Яки-буки. Оп. Такс. Оу. Так, он в здании. Это я уже понял. Вот где-то здесь. Ну, все как всегда. В целом, ничуть не новее, чем обычно. Так, внутри. Здесь у нас скучающие парни. Дозорный еще ходит на грузку. Иди сюда. Икс. Вдвоем, да? Интересная заявочка. Так, одного сразу убиваем. Да нет, нет, тебе показалось, мужик, ты чё? Все галлюцинации. Вот увидишь. Держи сейчас. Так, зашибись. Готово. Еще один готов. Ну, как-то так. Захотели умирать по-тихому? Будем умирать с музыкой. Могли бы просто тихо, мирно сдохнуть. Но нет, надо пошуметь. Что ж, ладненько. Пошумели. Поехали дальше шуметь. Так, еще он там чувак остался. Нифига себе, розовенькая. Я так и знал, что она меня обязательно зацепит. Окей. Что там, точилка едет? Бандитская сзади. Ну ладно. Вы не шутите. Опачки. Оскар. Сюда иди. Покажи кое-что интересное. Тебе понравится. Вот увидишь. Смотри. Оп. Блин. Готово. Пути-пути. Смысл он вызывает? Я же его убил. Как он может вызывать? Разве что с того света. Ну-ка, мужик, умри немного. Крепкий парень, а? Столько патронов в него потратил. Серьезный мужик. Посмотрим, что у них было ценное. Так, бабули. Конечно, не густо, но ладно, что поделать. Лучше, чем ничего. Так. Чё для пистолета вообще патронов нема. Вот бомжары. Так,
Осталось тут. Все. Окей. Погнали. Икс. Вот так вот. Напрямую, наверное, проедем, блин. Че, потащить такую дальше, что ли? Не, я напрямую. Вау, это было опасно. Тик. Отлично. Ну-ка, что тут у нас? Ага. Парниши прилично. Еще бы войти аккуратненько. Ну как аккуратненько, вот так. Черт. Парниша сейчас вызовет подмогу. Будет весело. Держи. Ну ладно, пусть приезжает. Повеселимся. Так. Ну и где подмога? Так, они с централки, да, заходят, я смотрю. Окей, пусть идут сюда, я их жду. Подходи, братиш, не стесняйся. Не стесняйтесь. Сейчас будет весело. Ути-пути. А, это у нас взрывчатка. Держи, говнюк. Ты думал. Я угощу тебя гранаткой. Полезно для здоровья. Тикс. Что это такое? Не, пушка мне не нужна. Бронежилет там есть? Нет. Нету. Ну ладно. Держи, чувак, чувак. Хм. Так. Лично самый умный идет. Все? Не такой уж умный. Надо было, блин, не гранату, а коктейль молотова, наверное, лучше бросить. Так. Ну-ка. Вот так вот. Держи, мужик. Сейчас будет весело. Хм. Так, 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 бежит, бежит. Бежит, братишка. Давай, выходи. Держи, несчастный. Так. А ты думал? Так просто выйдешь. Дурак, что ли? Совсем плохой. Так, один готов. Нет? Фига, он бронебойный, а. Мозг не задит. Целую очередь не выпустил. Вот еще один. Гранатко. Это готов. Гранатко. Хм. Так, здесь никто не хочет зайти ко мне со спины. Отлично. Держи, чувачок, не жалко. Так, отходим. Туда отходим. Гранатки, патрончики, все это хорошо надо взять. Так. Еще как. Не сомневайся. Я хорошенечко тебе пульк насую. Такс. Ну не ругайся. Бежит. Держи. Бедолага, столько бежал, а. Столько сил вложил. И умер. Печалька, наверное, мужику. Так, мне вот интересно, сюда же можно, да, войти? Ну-ка. Вон сколько денег. Офигеть. Надо все лишнее забрать. Вон как все плохо лежит.
Так, еще внизу там есть. Угу. Понятно. Сейчас спустимся и посмотрим, что тут есть ценного. Тоже есть какой-то вход. Кучка денег заодно. Зазорный пополз. Отлично. Так, еще тут бабули. А ладно. Там тоже что ли есть? Как он меня сквозь текстуры может видеть? Что за бред вообще? Так. Здесь есть возможность подняться наверх? Есть. Улыбнись, мужик. Ты бедняжка. Текс. Держи, несчастный. Готово. Тикс. Бабульки. Сколько где кого еще в живых осталось? Я уж думал, всех положил, блин, они все равно где-то живые умудряются ходить. Ёшки-матрешки. Бедолага. Освободить ее, что ли? Беги. Бедная. Ох, господи. Держи, несчастный. Надеюсь, тебе понравилось. Да-да-да, иди сюда. Сюрприз. Говнюк. Так, готово. Все, можно валить отсюда. В принципе, все, что можно было взять, я здесь взял, да? Там еще пачка баксов есть. Знаю, как тут лучше-то подняться туда. Еще есть пару баксиков. Так. Отлично. Опа. Что-то мусора бегают, нифига себе. Крышуют бизнес. Вот тяна. Так, ну все, вроде теперь я все собрал. Не, она вряд ли, конечно, так выпрыгнет. Ну ладненько. Попытка, не пытка. Экс. Бабочки. Точилку садимся. Допустим, что это моя машина. Обожаю угонять с открытым верхом. Никто не догадывается, что я угнал тачку. Обалденно. Представляю морду хозяина, приходит, а тачки нет. Вот это да. Так. Вставляем это все тут. Все это безобразие. Да-да-да, я уже все выполнил. Погнали. Я все уже выполнил. Так. Да ты чё? Какой ужас. Ха. Бедняжка. Какой бедняжка, бедный, несчастный. Ну ничего, мы дадим ему уткнуться немножечко в свинец. Так. Сомневаюсь я, что он так любезно со мной пообщается. Текс, поехали. Ух ты, пути.
Я с легонца мужика зацепил. С кем не бывает-то? Сейчас полицию позвонит, блин. Надо быстрее ехать. Тик. А. Так, нет, где-то я же видел, туда проход был интересный такой. Простенький. Нет? Ну ладно. Ну, пойдем чуть более длинным путем, почему и бы и нет, да? Не хейкай. Ух ты, фонарь меня держит. Обалдеть. Блин, я все равно, да, с этой стороны пришел. С которой заходил в прошлый раз. Ну ё-моё. Какое разнообразие. Чё, парни, заходите посмотреть на огонек. Держи. Хе-хе. Бедолаг просто порвало. Так, где наш уважаемый красавчик? Нужно маленечко это дело как-то ускорить. Пополнение обоих. Выходить наружу. Тик. Поехали. Сейчас красавчики сами сюда все придут. Так всегда бывает. Сначала штишняются, потом идут. Давай, давай. Спускайся. Не стесняйся, ты спускайся. Ах ты сволочь. Так, козлина. Кого вызываешь тут? Все равно я успел набрать, но... Зараза. Типути. Держи. Так, здесь меня никто, да, не зайдет со спины. Это хорошо. Это завтыкал. Поехали. Все, я понял, где ребятки прячутся. Не-не, никто меня не видел, ты чё? Держи. Оп, улыбнись. Блин, ребятки сюда идут. Нужно приготовиться. Оп. Умри, несчастный. Чуть не спалили меня. Держи гранатку, братан. Ты куда бежишь? Совсем дурной. Да ёперный театр. Я нашел время, когда заряжать. Все как всегда. Так. Ну вот, отлично, немножечко убили их. Фух. Я ж думал, не получится. Сейчас зашмаляют меня нафиг. Так. Что-то не пойму. Это проход был, я видел. Фига себе здесь темнище. Ничего не видно. Кто, где, куда, почем. Как-то же он здесь вышел, да? Ага. Держи. Так, парни сюда бегут. Окей. Держи. Тоже. Говнюшонок. Ути-пути. Так, надо подхилиться.
Не нафиг. Да сдохни ты, блин. Какой я, пули непробиваемый. Мужичишка. Так, сколько их осталось? Экс. Я знаю, что это дерзко. Гранатка. Экс. Чуть-чуть осталось. Хлобысь готов. Все, можно пытать. Что, говнюк, пообщаемся? Пути путеньки. Да ты чё? Не хочешь прям таки проблем, да лага. Проблем не будет, ты просто немножечко умрёшь. Вот и все. Делов-то. Так, теперь чё, опять думать, кому бизнес отдать, да? Та. Дымовую шашку. Сек-сек, что? А, бронетро. Турбонадув. А, так. Конечно, тоже замечательно. Бронированные шины. Блин. Даже не знаю, что лучше. Хотелось бы, конечно, бегать и хилиться быстрее. Ладно, дадим ему. Отдадим Карлсону. Почему бы и нет? Так. Готово. Тикс. Что ж, ну отлично. Все лучше, чем ничего. Чувствую, весь район потом придется ему отдать. Иначе будет хренотень какая-нибудь. Пропустим немножечко. Ням. Так, ух ты, какие цветочки красивые. Да ладно. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.